Вітаю вас в ефірі першого про головне. Програма, що робить події зрозумілішими. Торговельне сполучення України з окупованими районами Донбасу відзавтра може опинитися під подвійною блокадою. Ветерани АТО і активісти вийшли з переговорів з урядом і мають намір і далі перекривати поставки вугілля з ОРДЛО. Водночас самі бойовики планують свою ж блокаду і націоналізацію підприємств. Надія Савченко сьогодні ж розповіла пресі про свою поїздку на окупований Донбас з СБУ. Розмова у Надії ще попереду, часу на неї сьогодні народний депутат не знайшла. У студії про головне сьогодні Юрій Тандіт, радник голови Служби безпеки України, і Кирило Сазонов, політичний експерт. Вітаю вас. І на прямому телефонному зв'язку зараз Анатолій Виногродський, колишній командир батальйону «Донбас», координатор блокади поставок вугілля з окупованих районів Донбасу. Пане Анатолію, вітаю вас, чуєте мене? Я буду ставити запитання голосно і стисло. Причини виходу блокадників із переговорів з урядом? Ми вийшли з переговорів в зв'язку з тим, що, к сожалению, господин Гройсман сказав, що він не в состоянии виконати наших требований. Він не може повлияти на терористів, які содержать наших воєнопленних. А мы считаем, что господин Порошенко может повлиять на них, это его торговые партнеры. И второе требование принятия закона об оккупированных территориях не рассматривалось на Верховной Раде в связи с тем, что, как сказал господин Гройсман, у него нету там фракции. Поэтому разговаривать не имеет никакого смысла. Вам порадили, я маю на увазі, прем'єр зустрітися чи побувати на металургійних підприємствах, які перебувають зараз на межі закриття через недопоставки вугілля. Плануєте здійснити ці візити? Прем'єр не хоче зустрітися лично з гражданами України, з яких він зібрав в виде повищених тарифів 10 до 15 мільярдів, і розказати, як він їх буде повертати. Или он не хочет сказать, как правительство не выполнило указ президента 298, где было расписано все действия по организации независимости нашего государства от страны оккупантов. Он этого не желает сделать. Мы сегодня выполняем то, что должны были выполнять государственные чиновники. И ничего лишнего мы не просим. Мы просим освободить наших побратимов и принять закон об оккупированных территориях. Сейчас господин Гройсман пытается свою бездеятельность свернуть, сложить на нас. У него этого не выйдет. Пан Анатолий, представителями предприятий мы, конечно, встретимся. Это не вопрос. Мы не боимся никого. Вот. Но у нас очень много вопросов конкретно господину Гройсману и конкретно господину Порошенко. У нас третий год идет война. А мы продолжаем торговать с агрессорами, мы продолжаем снабжать их деньгами, мы продолжаем оплачивать смерть наших побратимов. Пан Анатолію, відзавтра, якщо бойовики ОРДЛО започаткують свою блокаду поставок вугілля, чи має сенс тоді ваша блокада і ваші дії в цьому випадку, якщо із тої сторони теж будуть поставки заблоковані? Ви правильно задали вопрос. Почему во время войны враги не сделали то, что делаем мы? Скажите, потому что им это выгодно, потому что им это туго, девать некуда. Кроме нас его никто не покупает. Это первое. Второе, по поводу так называемых закрывающихся предприятий. Значит, закрываются предприятия, которые не занимались бизнесом, а те, которые участвовали в схемах. Хороший пример – это Криворожсталь, который Middle Steel выкупили. Оно не закрывается, оно не зависит ни от каких ахметовских коксов. Оно перешло моментально на кокс из Польши и работает. И никаких вопросов у него нету. Зато у господина Ахметова есть вопросы. И не потому, что он закрывает предприятие. У него нет повода закрывать предприятие того же Мариуполя. А потому, что он пытается ставить на колени Украину. Потому что
мы добились того, что стратегические предприятия были переданы одним из президентов, господину Ахметову. Пане Анатолію, 70% ТЕС знаходиться у нього. Я конкретне вам запитання поставив. Якщо завтра бойовики самі заблокують поставки вугілля, ви будете блокувати заблоковане вугілля чи як? Ми не блокуємо поставки вугілля. Я попрошу не сужати тему блокади. 97 тисяч дозволов видала незаконна Служба безпеки України в 2016 году. Із них тільки 4 тисячі – це уголь. Все остальное – це не уголь. Поэтому мы будем блокировать все, включая то, что у нас идет в Россию и из России. Ну, тобто фактично бойовики будут блокувати все, да и мне все равно, что будет. И вы будете блокувати все, да? Будет подвійна блокада. Так, тобто дії свої ви переглядати не будете найближчим часом. Я попрошу, там не существует бойовиков, там есть оккупанты российские, и их марионетки. Я розумію, що дії з блокування ви будете продовжувати в будь-якій ситуації. До тих пор, поки не будуть повністю виповнені. Дякую. Про вимоги почули. Анатолій Виногородський, один з організаторів блокади. Юрій Тандіт, був закид до СБУ. Знаєте, я не думав, що мені прийдеться і сьогодні коментувати ситуацію вокруг так називаємої блокади. Ми не видаємо нікому розрішення. 415 приказ был подписан начальником АТО. Это коллегиальный орган, куда входят, кроме сотрудника Службы безопасности Украины, представители разных ведомств, и в том числе Министерства экономики. И, конечно же, эта линия соприкосновения, она дышит. Надо помнить о том, что за линией соприкосновения живут наши сограждане. Более того, в прошлом году и позапрошлом прошла перерегистрация предприятий, которые платят налоги в украинский бюджет. В 2015 году было уплачено более 15 миллиардов, в 2016 более 31 миллиарда. Причем из них 800 миллионов – это военный сбор. Надо помнить о том, что это десятки тысяч наших сограждан, которые фактически ждут, когда завершится АТО. Они же есть наши избиратели, которые будут голосовать, когда Украина возьмет под контроль временно оккупированные районы Донецкой и Луганской области. Но я бы не хотел сейчас комментировать блокаду, которая связана с чисто экономическими вопросами. Надо помнить о том, что это зима, и действительно, кроме угля там много еще перемещается разных грузов, которые производятся, в том числе за линией соприкосновения. Они связаны с разными отраслями, в том числе с железной дорогой. Но я думаю, что вопрос нужно решать не здесь, а вопрос нужно решать фактически в кабинете министров и в Верховной Раде. Пане Юрі, тепер СБУ сьогодні оприлюднила перехоплену розмову лідера бойовиків Захарченка із одним з керівників так званої своєї адміністрації. Що з того витікає? Тобто витікає те, що бойовики, попри ультиматум, все одно від завтра планують запровадити свою блокаду. Тобто ультиматум, ну, він надуманий. Ви бачите, при всьому моєму уваженні к многим людям, которые как бы сочувствуют этой ситуации, мы получаем подтверждение, о чем мы говорили заранее, что сейчас за линией соприкосновения воспользуются этой ситуацией и теми действиями, которые фактически имеют, возможно, положительное побуждение. И за линией соприкосновения сделать все, чтобы эту блокаду тоже использовать для того, чтобы и дальше дискредитировать Украину, манипулировать сознанием граждан Украины. Для нас важно помнить о том, что там эта линия соприкосновения, она дышит и перемещаются постоянно жители по своим делам. И мы не будем и не можем запрещать им передвигаться. Точно так же и грузы, потому что есть предприятия, которые работают фактически в рамках украинского законодательства. То, что сейчас заявляют со стороны временно оккупированных районов представители так называемой власти этих незаконных формирований административных, это лишь есть доказательство того, о чем мы говорили. Ну, и йдеться фактично, что будет снята блокада с нашей стороны, я так розумію розмову, чи не буде вона знята, все одно ця блокада з боку ОРДЛО, вона буде запроваджена? Чи вона готується? Як і націоналізація підприємств? Я не хочу зараз додумувати за тих людей, розговор яких вже опубликован в средствах масової інформації у нас на нашому носителі офіційному. Ну, це лише підтверджує те, що вони обсуждають, що вони якраз будуть використовувати цю блокаду в своїх
целях проти цілісності України. Все понятно. Дякую. Пане Кирило, от Анатолій Виногродський сказав, що а бойовикам навпаки вигідно продавати вугілля Україні. То чому ж тоді вони зараз мають намір припинити такі поставки з свого боку? Згадаємо, що вже був такий прецедент свого часу. Мотиви для запровадження такої блокади з боку ОРДЛО? Йде маніпуляція, гра на емоціях, яку воююча країна не може собі дозволити. Мы должны исходить не из того, что хочется, не из того, что хочется политикам сыграть в какую-то игру, а из того, что нужно Украине. Только прагматика, только жесткий расчет. Мы в свое время, правительство приняло решение отказаться от российского газа. Кто-то бегал с лозунгами, кто-то блокировал трубу, закручивал кран. Нет, провели переговоры тихо, без шума, провели переговоры в Европе и поставили Россию перед фактом. Как там в «Газпроме» не скрежетали зубами, не бегали по судам? Они пролетели мимо кассы, потому что Украина была готова, просчитала. С углем, если мы принимаем решение, что мы эти территории не возвращаем в ближайшее время, если мы ставим на них крест, отрезанный ломоть, да, тихонечко, ищем замену углю, договариваемся о поставках, разрабатываем логистику, потому что украинские порты не очень с ней справляются. И, когда все это уже вертится, ставим их перед фактом. Но мы же эти территории возвращаем. Я так понимаю, что в этом году или в следующем, уже, в принципе, решение принято, тем более все участники переговоров, и Украина, и Россия говорят, что Донбасс вернется. Что мы получим в результате этой блокады? Эти предприятия будут либо вовлечены в российский бизнес, либо порезаны на металл. Мы туда вернемся, что нам там делать? 10 миллиардов оценивают долларов на восстановление инфраструктуры. Еще 15 миллиардов на создание рабочих мест. Где мы возьмем эти деньги? Европа нам столько не даст, США столько не даст, Россия не даст, тем более у них мы и не возьмем. То есть эта блокада, она бьет больше по Украине, чем по ОРДЛО или по России. И я думаю, что это просто большая игра, то есть за активистами, которые искренне верят в то, что они смогут освободить наших пленных, за ними стоят циничные политики, которые ведут свою игру, ведут свои переговоры. Ну, це про нашу блокаду. Да, про да. Наміри бойовиків запровадити свою блокаду. Власне, навіщо це їм зараз, якщо, от, знову ж таки, повертаючись до слів організатора нашої блокади, бойовикам вигідно постачати вугілля сюди? Ми мислимо стратегічно. Боевики, тот же Захарченко, марионетка кремлевская, такая же, как и Плотницкий, они стратегически не мыслят. У Захарченко уже было в прошлом году, там, по неофициальным данным, 22 миллиона долларов. У него цель одна. Еще успеть урвать сколько можно за несколько месяцев или за полгода, пока он там, и любой ценой купить себе жизнь. Уехав в Мексику, в Россию, куда угодно. Захарченко не интересно, что будет с Донецком. Захарченко не интересно, что будет с Украиной. Выступая на митинге, он несет полный бред, и он завтра там дойдет до Львова, завтра дойдет до Киева, потом объявит войну Великобритании, он собирался освободить весь мир от британского владычества. То есть там безумие в голове, это кремлевская марионетка, которая несет то, что ему написали. Его задача побыстрее урвать еще кусочек и сбежать, как только Москва разрешит ему сбежать. То есть, чтобы не повторить там встречу с Гиви и с Моторолой. Поэтому я не придаю значения тому, что он говорит. Он декларирует одно, на практике происходит совершенно другое. А Россия, которая все-таки хочет вернуть нам Донбасс, хочет, чтобы он был для Украины мертвым грузом. То есть, чтобы там не было предприятий, не было инфраструктуры, чтобы Украина начала это все поднимать и надорвалась. То есть, мета все-таки национализовать эти предприятия? И, скорее всего, шахты можно затопить, предприятия можно попилить на металл, быстро заработать. В Ростовской области построили 4 перерабатывающих металлоперерабатывающих завода. Почули. 20 лютого, нагадаю, два підприємства, які належать Рінату Ахметову, Інаківський медзавод і Краснодонвугілля, вони оголосили про зупинку виробництва. Ну, сьогодні, до речі, прийшла інформація, що гуманітарний штаб Ахметова в окупованому Донецьку заблокували озброєні люди. Цей пункт видачі розташований на Донбас-арені без будь-яких пояснень. На нараді з представниками металургійної промисловості прем'єр-міністр Володимир Гройсман сьогодні заявив дослівно таке. Давайте подивимось цю цитату. Публічно звертаю сьогодні до штабу блокади. Шановні дорогі друзі, будь ласка, прошу всіх керівників блокади разом відвідати по черзі всі підприємства, які мають величезні, ну, вони фактично, ви їх поставили на межу знищення, тому дуже правильно прийти до колектива, пояснити свої дії, пояснити альтернативи, які ви пропонуєте, для того, щоб цей діалог відбувся. Ну, було сказано на цій нараді, що збитки від блокади Донбасу на тепер оцінюють в 3,5 мільярди доларів. Це заява голови об'єднання «Укрметалург-Пром» Олександра
Калинкова. Ну і більш категоричним був міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, який ну, фактично звернувся до прем'єр-міністра із такою заявою. Слухаємо. Місяць нашої ліберальної політики, ваших ліберальних переговорів з ініціаторами цієї блокади, по ініціативі Березюка, наскільки я знаю, ні к чому не приводить. Треба приймати рішення. Пане Юрію, дивіться, я видрукував спеціальне рішення Ради нацбезпеки і оборони від 16 лютого. Пункт 4. Міністерство внутрішніх справ і Службі безпеки невідкладно. Два пункти. Забезпечити належну охорону об'єктів газу та електропостачання, транспортної інфраструктури в районі проведення АТО в Донецькій та Луганській областях та створення належних безпекових умов для їх безперебійного функціонування. Національній поліції, Нацгвардії, СБУ забезпечити безпеку та унеможливити у встановлений законом способи порушення громадського порядку на об'єктах критичної інфраструктури. Оці два пункти, вони дають повноваження силовим структурам для силового припинення громадської блокади. Є определенна процедура, в рамках якої ми будемо діяти. Як тільки ми отримаємо відповідні команди, звісно, ми будемо, скажімо так, діяти для того, щоб виконувати те, що ви зараз прочитали. Дуже делікатний питання, на самом деле. И пытаются от имени правительства договориться с блокадниками, так называемыми. Мы видим, как развиваются события. Мы же готовы в любой момент действовать в рамках закона. Я бы не хотел, чтобы мои заявления послужили поводом для каких-то сенсационных заявлений. Очень деликатная тема. Я думаю, что я бы в данную минуту не хотел бы ее дальше раскрывать. Ну і ще один пункт. Тут СБУ невідкладно слід активізувати роботу щодо нейтралізації спроб російських спецслужб, їхньої агентури, пов'язаних з ними підривних елементів, ДРГ, ускладнити функціонування об'єктів критичної інфраструктури. А подібні прецеденти вже були зафіксовані? В цьому направлінні ми працюємо активно. Ми дійсно говоримо про те, що це признав весь світ, фактично Росія, агрессор ведет против нас необъявленную войну. За время АТО фактически были уничтожены или ликвидированы около 30 диверсионных групп. Не допущено порядка 300 террористических актов. Но мы об этой информации громко не говорим. Мы просто действуем в рамках закона и действуем эффективно. Вы видите последние события, которые были связаны в том числе с днями памяти Майдана. Весь силовий блок працював в слаженості, і Міністерство внутрішніх справ, і Національна гвардія, і СБУ сработали чітко і не допустили ніяких провокацій. Хоча плани були, ми фактично вже потім презентували. Василий Сергійович Грицак і Юрій Луценко якраз говорили об этом на своєму брифінгу, подробно розказували о планах, які фактично зі сторони сусіднього держави намагалися реалізувати. Дякую. Для того, щоб цю тему ми завершили, пане Кириле, все-таки, чи є от зараз якийсь варіант, коли можна наблизити сторони блокадників, переговорні позиції, я маю на увазі, і самого уряду, ну, поки вони не наближаються? Я понимаю, як почему... одним і іншим вийти з цієї історії? Я розумію, чому правительство не хоче йти на розгон прямой. Тому що це дійсно дикость. В 10 кілометрах українські бойці тримають оборону перед армии фактически Мордора, потому что там ополченцев, так называемых боевиков, уже немного. Там российские военные. И там бойцы защищают эту линию, защищают Украину. И в 10 километрах за ними устраивать какие-то батальные сцены, это действительно выглядит жутко. Я надеюсь, что они придут к компромиссу, просто, ну, просто посчитав немножко деньги. То есть, когда Металлургпром говорит о 3,5 миллиардов убытков, это прямые убытки. А убытки железной дороги, убытки портов, недостаток валютной выручки, которая не пойдет в страну. Закупка за доллары российского угля. Но это же дикость. То есть что будет с гривной в этой ситуации? А эти 300 тысяч человек, которые потеряют работу, они сегодня платят налоги и отчисления в пенсионный фонд, а завтра пойдут на биржу труда просить пособие. И получат это пособие. Они его заслужили, они делали все отчисления. На чем мы будем экономить? Урезать бюджет? Кого? Пенсионеров? Учителей? Врачей? Нет. Придется включать печатный станок. Здравствуй, гривна по 40. То есть на самом деле риски очень большие. Я думаю, что здравый смысл возьмет все-таки верх. Потому что
Требование освободить пленных, оно красивое и прекрасное. Но Захарченко и Полотницкий, я повторюсь, это шестерки, это марионетки Москвы. Они не решают никаких вопросов. А Москве на их проблемы глубоко плевать. Совершенно. Москва использует пленных как шантаж Украины, как требование политических уступок. Самі перейшли до теми полонених. Власне, з цього і починалася громадянська блокада торговельного сполучення. Із цієї вимоги, власне, і от сьогодні народний депутат Надія Савченко, яка 24 лютого побувала несанкціонована, несподівано в Донецьку, вона розповідала про свою поїздку, але, пане Юрію, був закид з боку Надії, знову ж таки, не один, але я зараз от цей зацитую, в бік СБУ. Надія каже, вона намагалася співпрацювати з службою в питанні обміну полоненими, якби ми співпрацювали разом, ми б могли зробити набагато більше користі у визволенні полонених. Тобто, натякаючи тим самим, що якби тут був би прогрес і питання звільнення заручників могло би бути розблоковано, то ну, і блокади би ніякої не було. К сожалению, ми бачимо, що є передергування фактами конкретними. Ми всегда открыто общались с Надей Савченко. Я многократно с ней встречался и говорил. Мы надеялись, что она будет эффективно нам помогать, особенно на международном уровне. И что мы видим сегодня? Она сейчас обращается, прикрываясь этой проблемой и очень важной темой освобождения заложников, и обращается не к международным организациям, чтобы они надавили на Россию, не к Путину непосредственно, она призывает уже к свержению украинской власти. Она ведет фактически изнутри очень такую взрывоопасную полемику. Что происходит? Мы ее приглашаем во время ее визита там при возвращении на встречу, она не приходит, и сегодня она опять передергивает эту информацию. Могу сказать, что кроме Нади Савченко, в процессе освобождения заложников задействовано очень много организаций, людей, это международные организации, волонтеры, много безымянных героев, которые не бегут сразу на экран, не дают никому интервью, просто делают свое дело. И уже более 3000 человек освобождено или найдено. А с нами пытаются сейчас через народного депутата говорить с позиции силы. Она выезжает за линию соприкосновения, ее там принимают как героя российские СМИ, и посмотрите, какую дают нам картинку, что происходит. Доводит ситуацию до абсурда. Но мы не позволим, чтобы с нами говорили с позиции силы. Мы открыты к любым компромиссам. Мы в конце декабря передали 15 бывших заключенных как знак доброй воли. Указом президента они были помилованы. Мы надеялись, что со стороны России, которая должна уже проснуться, будут конкретные действия в нашу сторону. Мы готовы к освобождению по разным формулам, к разным компромиссам. А сейчас пытаются эту информацию передергивать. Но самое страшное то, что для этого используют наших родных, наших жен, матерей, отцов, детей, заложников, которые фактически, многие из них более 2 лет находятся там незаконно. И это важная для нас тема. Пане Юрію, з Надією Савченко Володимир Рубан, керівник офіцерського корпусу, один з тих, хто проводив переговори, звільняв українських заручників, з СБУ йому закриває можливість виїжджати до Донецька. Тобто, фактично, один канал звільнення, можливого звільнення заручників, ми перекриваємо чи ні? Послушайте, якщо був би конкретний діалог, був би конкретний план, ведь тут просто маніпуляція сознанням виникає. Люди выступают с конкретными планами. Мы всегда их поддерживали. С нами работает большое количество людей, которые нам помогают. Даже церкви разных конфессий. Абсолютно все. Мы открыты на диалог. Ежедневно в центре работает очень много людей, которые приходят и обращаются. Тут в данном случае речь идет о конкретной спецоперации, в которую вовлечены ряд наших граждан, которым пытаются манипулировать. Если говорить непосредственно об этом человеке, которого вы назвали, человек мог по своему пропуску спокойно переезжать, не нарушать закон. Точно так же и Надя, которая нам сейчас рассказывает, что она якобы использовала козьи тропы. Вдумайтесь. Козьи тропы, я зацитую, якими ходит контрабанда, яку крышует СБУ. Это слова Надежды Савченко. Ну вот смотрите, то есть если ты, Надежда Савченко, имеешь какие-то факты того, что службы безопасности крышуют, приходи и говори конкретно. Более того, службы безопасности сейчас возглавляет боевой генерал. Принципиально честный человек. Все факты наличия подобной информации о том, что якобы
допустим, кто-то совершает преступление там на линии соприкосновения или связан с контрабандой, нами быстро рассматриваются, и мы реагируем. Таких оборотней ловим, кем бы они ни были, все перед законом одни. Но рассказывать о том, что она переходит по козьим тропам, якобы которые используются по линии контрабанды, простите, когда народный депутат, который имеет разрешение, демотивирована ее по пропуску цель, с которой она туда переходит. Она, кстати, написала, что она едет к родственникам туда, в Донецк. И вот она пересекает линию соприкосновения по козьим тропам. Вдумайтесь, на этой линии находятся с двух сторон военные люди. И вот она переходит эту линию соприкосновения в месте неофициального пересечения. Представляете, если начинается стрельба? Она подвергает риску наших воинов, наших защитников. А потом начинают спекулировать темой освобождения заложников. Нужно внимательно смотреть, что сейчас показывают российские СМИ, как ее используют очень тонко для того, чтобы уничтожить наше государство. Это факт. Ну, Надія сьогодні заявила, що її візит на підконтрольний Києво-Донецьку узгоджувався в Москві. Її супроводжували, відповідно, там, тамтешня служба охорони. А виходить, що якщо узгоджувався візит в Москві, а в Києві він ні з ким не узгоджувався, чи встановлено тоді, от, що це за козі тропи, якими пока... Надія могла перебратися на ту територію? Я би не хотів зараз коментувати цю інформацію, як вона переміщалась. Могу вам сказати точно, що вона перекручує інформацію. Ми знаємо, і зараз виясняються подробності плана, як вони пересікали лінію соприкосновення. Ну, повірте, у них була відкрита можливість це зробити. Более того, есть порядок, о котором знает народный депутат Надя Савченко. К сожалению, могу констатировать, что очевидно, что ее используют эту энергию, но не в корыстных целях. Она не обращается к руководству России. Именно благодаря их действиям наши заложники еще находятся там за линией соприкосновения. Она не обращается к международным организациям. Она выступает фактически против Украины. Ну, але дивіться, там народный депутат говорит, что и користь від її візиту була, от конкретно називає, знайшла в Макіївці шістьох українських полонених, які не значаться в списках обміну. Ви знаєте, кожен раз, коли вона робить такі заявлення, ми, звісно ж, аналізуємо абсолютно все, що вона робить. Тому що для нас це дуже важливо. Ми не в бірюльки граємо, ми освобождаємо заложників, ми проводимо переговори, ми збираємо інформацію. По кожному заложнику багато всього. Є паспорт, в якому є точні дати, коли його бачили, як він пересікав лінію, або де він став заложником. Очень детально. Так вот, в ее данных, например, есть Токтенков Александр Александрович. На нас вышла уже его официально мама. Она, Надя Савченко, показывает его, как, что он якобы отказался возвращаться, хотя мы ведем переговоры по его освобождению. Мама, представляете, в каком состоянии мать, которая недавно получила от него письмо по линии международных организаций. Мы получили письма от заложников. И он в этом письме говорил о том, что «мамочка, я жду того дня, когда я вернусь к нам, буду с тобой» и так далее, и так далее. И в данном случае его показывает Надя, как будто бы якобы он отказался от возвращения домой. Представляете, что происходит? Поэтому все эти данные, конечно, мы получаем, их проверяем, и они очень некорректные. Я бы сейчас не хотел, скажем так, давать комментарии по поводу ее списка, потому что есть определенные правила, есть, скажем так, закон о персональных данных. Но то, что они некорректны, я могу об этом говорить точно. Ну, давайте резюмувати діяльність Надії Савченко. Є різні оцінки, якою вона є для України. Чи це один з елементів спецоперації Кремля, чи це от людина так от бачить свою діяльність. Все-таки, ну, як нам чинити з Надією Савченко? Приймати ту діяльність, яку вона, чи згортати в будь-який спосіб? Ну, детали спецоперации пан Юрий рассказал лучше, это по его специфике. Ну. Я скажу, как это выглядит политически. То, что делает Надежда Савченко, уже это очевидно, это работа на российский интерес, на интересы Кремля, на интересы пятой колонны в Украине. Это очевидно уже настолько всем, по всем ее заявлениям, по всем ее действиям, по всем ее поступкам. Ну, добре, что с этим фактором Надеи Савченко робити? Да, сейчас, то есть, очевидно, что Юлия Владимировна Тимошенко сделала нам, завела троянского коня в Верховную Раду и зашла сама. Что, нам, что она хочет? Она хочет вести прямые переговоры с террористами, чтобы Киев и Донецк вели переговоры. Россию вывести за скобки, снять санкции, не считать агрессором. Это мечта Кремля. Что мы должны делать? Всегда подчеркивать. Это ложь. Против нас ведется российская агрессия. Никакого бунтивного региона не существует в природе. Я сам из Донецка, это все происходило на моих глазах. Я видел, как завозили орков туда на эти акции российских.
Так что нам надо настаивать на своем. Всюду подчеркивают, российская агрессия, Донбасс и Крым, не надо их разделять. Это Украина, и это будет Украина. Мы это вернем. И компромиссов по пути быть не может. Пане Юрію, СБУ знову проведе профілактичну розмову з Надією Савченко до наступної можливої поїздки, чи як? Не могу бути здесь эмоционален. Могу лишь сказать, что мы будем действовать в рамках закона. Мы ее приглашали, она, к сожалению, не пришла. Но мы сделаем все, чтобы мы провели с ней беседу как минимум, тем более, что она является свидетелем в ряде уголовных производств, которые открыты. Она общалась с террористами, с руководителями незаконных военных формирований. Мы сделаем все, чтобы в рамках действующего законодательства она ответила нам. Дякую вам. Це була програма «Про головне». Побачимось з вами завтра о 20:20. Все буде добре.